Сайт DotaMix возвращается с новой системой бонусов. Теперь у тебя есть возможность каждый день получать бесплатные вещи. Дорогой шмот теперь выпадает намного чаще. Новый режим Sports, где ты можешь делать киберспортивные прогнозы. А также новая система пополнения счета. Теперь ты будешь получать бесплатный шмот. И все это на сайте dotamix.com. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Ух ты, ни хрена себе сначала такой. Ну я его подрезал вроде. Бодрое начало, всем привет. Я играю в пати с Гудвином и с Жорой. Гудвин играет на Сайленсере, Жора играет на Мипа. На Мипа. Это реально смешно. Да. Учится играть на Мипа, вот. А я на Рубенчике иду в Мид. Да. Я посмотрел гайд. Жора посмотрел наш гайд, который мы записывали на канале Аналитика Ошибок. Кстати, кто не подписан на канал Аналитика Ошибок, добро пожаловать. Мы там учим, как правильно. Играть на Мипа. Да. Играть в Доту. Так, ну, благодаря мне мы сделали даблкил, и я ключевая фигура в этой игре. Хорошо. Что мне делать теперь? Как лес фармить мипа? Это сложный процесс. А я не очень понимаю, потому что... А, все, мидер пришел. Серега, мне кура нужна, а тебе она нужна? Да ладно, забирай. Спасибо. Самый добрый лесник в мире. А что у тебя с лицом, братан? Хорош. Играешь за нас двоих. Да, отыгрываю. Сейчас, правда, со страйком умру, наверное. Надо сожрать тему. Там хоста на топе. Угу. Вижу. Что воспользуйся. Вот, лесник, информатор. Ни хрена себе. Чему ты так удивлен? Ну, у меня там осталось пару хпшечек. Ясненько. Чё, Сань, как у тебя дела? Да, отлично, я хожу. Сейчас я накоплюсь и заднобью. Блин, надо музычку, наверное, потише сделать. У меня музыка громко играет. Сергей, а как вы относитесь к разменяться с инвокером ХП и пойти завязать шрайн? Плохо. Плохо? Mm-hmm. Блин. Можешь юзать что-то. Хочешь юзай, мне не надо. У меня хоста в банке, я его сейчас сгрохну. Сейчас я вот чуть-чуть понапрягаю пацана по мелочи. Не будет как-то больше. Так, я курьера взял? Mm-hmm. Или тебе нужен? Забирай. Окей. Боже, Рубик просто изнасиловал блокера в меди. Просто изнасиловал. О, все, инвокеру сейчас будет жопа. А кто у нас в оффлейне? Александр, вы? Да. Да, сайленсер в оффлейне.
Хорошо. 5-0. Что так жестко? Просто мипа. Мипа тащит. Просто хозяин мида. Рубен. Ага. Инвокер просто в шоке. Только подходят у него, сразу жизни заканчиваются. Тю, я думал, он страйк скастовал. Что за хрень? Мы можем, кстати, убить инвокера в миде. Ты если подбросишь его и на меня кинешь. Угу. Там он боится, он не подходит. Он зашуганный. Бедный инвокер. Акс чуть давно не видел. На лесу не видел, убил. Периодически на топ выходил, сейчас не видно. Блин, я только сейчас подумал, что мне будет так сложно против Акса. Да, Акс такой. Ну я постараюсь сейвить тебя. Опа. Так как много тут. Ой, там еще и Акс выходит. Эх, выживет. Налим. Стики еще есть. Ну, так как много, 4 пришли с собаки. Блин, я что-то так подумал. Наверное, куплю-ка я себе Мидас. Раз уж у меня все так хорошо. Да, Мидас это неплохо. На фрифарме стоит. На средний спектр. Ну, на языку. Что вы гляни? Топовый закуп. Сразу в радик. А, ребята взяли и просто заблочили мне два спа. Так стой с ними на линии. А, они не специально. Ну да, да, да. Они просто бежали так. По одному спавну, другой по другому. Сейчас мид сломаю на Рубике. Просто там мид падает. Нормально тебе, однако, товарищ. Ах ты собака! Ах ты крыса! Как ты посмел так поступить со мной? А ну иди сюда. Сюда иди. И убегать. И на тапок. Вот собака. Заденайл мой тавер. О, у меня хоста есть, я на топ побежал. Бегу к тебе, Саня. Живи, как никогда не жил. Не выжил. Так это не убьем, убьем, конечно. Не, не выжил, не выжил. О, привет. Хорошо. И медасик подкатил.
сложно. Шрайна не хватает для полного вообще удовольствия. Вроде должен скорее быть. А нет, его кто-то убить. Все, я теперь полноценный кэрри. Блин, а можешь мне в кэрри собраться? Давай. Будет интересно. Ладно, я вардами займусь сначала. Без вардов тяжело будет играть. Что-то тебя не слышно в дискорде. Ага. Все, я тут. Не скрип. А чё, мы Акса будем джебошить? Да, конечно. Чтобы нет. Ту. Ой, я ему сейчас кул снэп отдам, он же будет под твоей темой. Хорошо. Блин. 12-3. Это чревато тем, что они ревнут. Мы же сильнее, чем они. Так, мне бы куруху хоть раз взять. Так, Александр там пытается перекликать кого-то. Ой-ой-ой, меня убивать хотят. Какая ульта нахрен, ты что, больной? Александр, а вы подождете мою куру даже? Да. Давай юзим Шрайна. Давай юзим. Я жду. Так, подожди, он перебил. Загуляли. Посмотрите на спектру. Чё? Ха. АФК принял. А, на бот не идем помогать? Блин, а, давай, я сейчас прилечу тоже. Ай, вот это неожиданно было, что он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, юзь. Да беги ж ты, ё-моё, блин, какой долгий агр, жесть. Можем убить, давай убьём его. Конечно, убьём. Я его и сам могу убить. Он тоже как бы. Тапор. Санструйки. Так, всё, наконец-то я взял себе куру и купил два драгонлайца. Опа, это кто такой? Это жилец. Сгорит? Я отвожу от тебя, Акс. Да клопал и развалить. Да, давай развалим. Там сейчас Петра на помощь идет. Как чемпион. Да, не, блин, как капельки спасают, обожаю. Так. Ой, скоро Свен меня будет ваншотить. Да, блин. Против тебя тут неплохо взяли. Кентавр, инвоки. Короче, у них все массовое, вообще все абсолютно. А, у них все герои хороши против тебя. Кажется, ты сейчас отъедешь. Да не. Он что-то загулял. Мега килл. Что он, конечно, хорош, но сейчас. Шрайн на топе не нужен, Серег? Я жду. Они, короче, они все снизу, походу. Да, они все снизу. Я бегу. Давай. Акс в миде. Акс за мной идет. Я бегу на бот. Я умер. Красиво. Наступили на тебя. Тут кентавр был еще. Ну и здесь... Че, мы, может, подеремся? Нет, ПКД.
Блин, не, я с ними боюсь играться. Да они прям очень агрессивно настроены. Куда Спектра вообще там ходит? Она больная? Акс сейчас прыгает. А не, а чё Акс не прыгнул? 8 хп, жесть. Лучше форстав купить, а не дагер. А, сейвить. Сейвить! Слушай, а давай Акса убьем, он здесь в миде один. Акса? Да-да-да, пойдем. Поднимешь, на меня кинешь. Давай. Сейчас будет больно. Пойди. Глобал, да. Хорошо. Сцена можно убить. А, то как до него дойти? Да, было бы лучше подождать, пока он ближе подойдет Свен. Ну да, да, теперь развести. Да ладно, на боте там коцаны все, кстати. Говоря. Прям все вообще коцаны. Ой, я иду. Блин, какие они булочки. Какие они вообще там я сладкие. Иду, я, иду. Я могу, конечно, предположить, куда они сейчас будут бежать. Это был килл. Воу. А где еще? На шрайн бежит, я его здесь подожду. А, вон он. Не юзай, гад! Серега, я бегу. Он заюзал. Я бегу. Я умер. А, я не бегу больше. Блин, мне не хватило дэмэджа, чтобы его убить. Еще у Акса была горелка первого левела, была бы хоть замакшена, можно было бы попробовать сначала горелку кинуть. Приклеит. Вот блин, давай без драк с ним. Ну, что-то вери опасно. У меня до них появилось. Че ставим? Ну, Свен саблей. Фармит лес. Там шрайн есть, пойдешь? Да. Как здраться хочешь? Ой-о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 й-
разница, правда, зайти нам с тобой. Я жду тебя, Александр. Сейчас пойдем, заберем. Айнвокер, смотри. Отделяется от стада. Не, давай. Волгар. Трипл килл. Там инвокер бежит. Жалко КД. У меня стан кентавра есть. Нормально. А у меня есть блинк и сетка. Я могу сделать замедлить его очень сильно. Давай. Ну, да не, дагер был, но я мог не достать. ДДшечка. Давай, я возьму. Давай. У меня как раз руки 160, сейчас будет вообще много. О! Она пропала, я не успел до нее дойти. Она прям перед моим лицом исчезла, офигеть. Будешь лицом щелкать. Да. Как забрал мое волшебство. Иди сюда, крыса. Давайте. Давай убьем его, не? Давай убьем его, но он меня может убить первый. Куда иди, крыса? Там смотри, ладно. Помощь может быть уже ему. По-моему, опасно. Ну да, немножечко опасно. У них такие герои еще, вот прям как на мипа. А вот этого убьем? Вот этого убьем? Давай, я такое делаю. Не, уже все. Не-не-не, мы убиваем. Сынок. А, скрипты работают? Да. Сейчас я собью, а вот этот. Подожди. Он нас видит, по-моему, просто. Я знаю, да, здесь фарс стоит. Сейчас я сломаю. Так, мне надо сожрать кого-то. Да сожри. Бока ради, сожри уже кого-то. Ой, я иду в
поэтому. Ну что-то, по-моему, нет смысла найти. Ой, я этот спел украл, что? Звери, чёрт. Спектр, can you ulti? Серега, что, деремся? У меня ульта. У меня ульта кентавра. А? Давай. Трипл килл. Просто расконтролили, пацанов. Я теперь бара. Ультра килл. Санстрайки тут летят. Ультра килл. А чё, может, не, не успеваю. Так, а ДДшечка нужна кому-нибудь? Я оставлю, если что. Серега? Да не, забирай. Сейчас я два варда поставлю, и можно будет смока прожать, пойти встретить пацанов. Ты а чё у тебя можно? С лицом? У меня? Да. Немножко попроседал за файт. Немножко подпроседал я. Блин, даже не знаю, что купить. Что там? Скади на мипов? Нужно покупать же вроде еще. Mm-hmm. Скади, потом Хекс, Этериал. Скади, да. Много бы знаю. Ну правильно. Все хотят булочку на сайленсере и на Рубике. Блин, вы такие вкусные герои вообще, по сути. Нас же так приятно убивать. Ну, у меня 1850. У меня ульта кентавра есть, ребят, если чё. Ой-ой. Я на бот бегу. Пешком бегу. Беги быстрее. Спасибо. Ой, сейчас им капец вообще. Вообще капец. А, нет. А, так это не их, это будет так. О, там вокер есть. Давай, их там двое, мы их сейчас убьем. Так, а подсветишь? А вот он. Эй, эй, эй! Ой-ой-ой, да пофигу, до конца на мужиков. Армор дал. Спасибо. Да блин, я бы его тоже убил бы. Да ладно, забей. Я так просто отогнать его. На шрайн бегу. Блин, у меня аж это... Инфотвар, скорее всего. Да нет, там крип за мной бежал, меня смотрел. Ну, раскрипто, ладно. Блин. Ну, игра обещает быть интересной минут через 20. Давай, игра будет интересной. Тяжелая. Она уже просто... интересная. Саня, рефрешер таришь? Что у тебя гадлайк? Какого черта? У кого, у меня? У тебя. Ну что, третью недавно сделал. 12-1, офигеть. Ты что, гайды смотрел, что ли? Задрот на мипа. Да, гайды смотрю. С аналитики ошибок. Повторюсь. А ну сюда, иди, мышь. Я к нему веду. Но он, правда, меня убьет. Сейчас там. У меня ульта есть. Ага, ты думаешь, я тебя не догоню? На перегонке. Сюда! Сюда! Булочка. Так, что я завтыкал? На шрайн пойдем, Серега? Да мне не надо. Давай смока прожмем и пойдем. Можешь нажимать. Сейчас. Сейчас не могу пока еще. Все, могу. А. Ого. Я для остальных мифов фармить пойду. Ты Акса убьем? Да можно и Акса. По-моему, Акс умирает в соло. Ладно, пусть умирает, он умрет. Хотя нет, он живет, слушайте. Лол? А чего дадит мне здесь? А Кюрса не сбивает ультовая дагер. Обычно Кюрса сбивает. Зафармишь крипов? А, я уже улетел. Предатель. Так мало дамаги, собственно.
Там Свен голодный, блин, под ГДСом. Серега, ДД и ГДС своровать. Это вообще будет жестко. Вон, валяется ДД, и Свен нажимал ГДС. Надеюсь, он больше ничего не нажал. Нормально. А я могу к тебе прийти, но я не знаю, помогу ли я тебе? Нет. Саня, походу, убили. Ой, я же сейчас соберу аганим, это ж вообще жопа будет. Ну да, типа много скиллов. Свен, Веник, Кентавр. Это ж вообще жопа. Ой, ой, Серега. Серега, живи. Он меня зацепил прямо на краюшке. На донышке. Негодяй. Ой, а Виномансер что тут хочет? Спектра голый радик. Что-то ты не выжил. А там Свен бежит. ДВП. А, да не. Ай, капец, там яд как... Я не должен был умирать так от Свена. Яд, от сплэша. Капец. И сплэш, и этот яд. Нафига, ребята, джипош. Там у инвокера ела аккуратнее. А ну давай инвокера. Бля. Ты чё, собака, ничего не путаешь, а? Рубик 300 урона с руки. И сайленсер с плюхами такими от своего второго. Это тоже жестко, это очень жестко. Да не, не знаю, может Кирасу собрать, чтобы чел на своей меня не так сильно бил. Тебе че, он поможет там для мансера? Может Шиву? Да, да, я думаю, что ты искать и выйти. Хексом, можно конечно купить в теории даже не Хекс, а Этериал, типа Агила, раз, это два сам, и как бы Агила это армор. Ну блин, в любом случае спешит он с кусек, ну вот идет. Не, ну да. То есть, типа, тебе в любом случае надо ждать момент нападать на него с Хексом. Хотя я пошел умирать. Там еще Кентавр, там еще Инвокер. Ну. Да, много неприятных героев. Так, Сергей, у вас бласт есть? Да. Это же приятно на Свена, кстати, там он БКБ вроде варит. Посрать. Ух, сколько вальдов в Виномансе, а чё он так бежит? У меня грани можно скоро будет. Да, а, не можно так бежать. В инвизе, ублюдок. Прятусь, думаю, чё он такой уверенный, блин, так палевно бежит. Что-то тут не то. Я уже готов был уйти на женщину. Воу! Ты что, собака? Ни хрена себе! Охренеть! Собака вообще охренел! Вы чё своих псов на привязи не держите? Чё-то они камбэкают. Ну, как бы да. Ничего, нормально. Правильно. Ой-ой-ой, Волкер. Да. Скорее всего. Ой-ой-ой. А вот теперь походу конец. Да нет, вон духотный, нечем сбивать. Там еще и стан. Да не, ну это уже даже не смешно. Капец, там контроля много, жесть. Стан, юла, стан, агр, колдснэп. Очень много контроля. Ты можешь купить варды, пожалуйста, на Дазле? Во, ноль импакта. Спасибо. Еще одно замедление. О, Саня, это твои. Сука, смотри, он за вас хит отменил. Микроразрыв в жопу. О, я его зацепил. Блин, а у меня, короче... Я могу на базе дропнуть. У меня слотов нет. Кого-кого?
Варды дропнул, оба. Кто там дазл покупал? Да не покупай, забей, у нас есть саппорт. Грейв. О, работает. Это нормально. Лол? Он сразу мог ультануть, но он что-то не ультанул. Это как они так фиданули? Да, да, ему, короче, дазл грейв дает и сало двоих убивает. Понял. 0 хп. Блин, Свен, какая же ты дикая фигня. Как же с тобой бороться? Он Рубена, Сайленсера убивает с 3 тычек, меня с 4. Поплотнее. Хороший герой. Да, балансный. Помнишь ту игру, где Свен 6 БФ? Да. Вот сюда бы его. Да, я это бы, вообще... наверное, вливнул бы. Это жопа была бы. Один удар к вам. Так а чё он варды купил, а оставить он их будет вообще? Не, ну я его попросил купить. Это, видимо, нужно попросить. Ну, тут же всё не было. Блин. Блин, меня Рубик не слушает. Рубик не слушает, отказался слушать. Ты в ужасе, блин, ты как-то как камни. О, господи. Блин, ульту бы Акса украсть вообще было бы шикарно. Его убьем. Где варды? Да, давайте убьем, короче. Они у вон, они у... А, их что-то много. Они у этого... Дазл купил сегодня. Понятно. Ходи, ходи. Зря ты попросил, короче, его варды купить. Да. Теперь их точно никто не поставит. У меня смока есть. Хотим? А давайте его бывать. А давай. Ну я чугобу дам через 10 секунд. Да нормально. Ой-ой-ой. О, да, давайте, до встречи. До встречи, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. О, господи. Чё-то они меня уже вымораживают. Я могу, кстати, байбекнуться. У меня ульта есть. Сюда, дети! Я, короче, байбекнулся, я бегу. Он меня с одного удара убил. Ну я ультанул там, нормально, я вообще много раз дал урона. Ульта веника, плюс там всякая дрянь. Хорошо, вообще там кюрсы. Давай, Рам, ах, блин, байбекнитесь кто-нибудь. Горошана, Александр, мне Аегис нужен. Там шрайн на топе есть. Мипа не слушаются. Варды поставь, идиот. С Аегисом будет попроще. Это, кажется, девочка не имеет. Он специально не ставит варды? А, ладно. Неужели? Он сделал. Мне кажется, Сенвокер какой-то появится. Это ли? Они капец они долго в таверне сидят. Ну что они с меня апнули левела, вон Свен 25. Ну да, там у них у всех практически за 20. А на монстра не повахнем быстренько. Что, с ней выехать? Что, виномансер устал. А сейчас пойдет на этого. Я могу ворваться, кстати. У меня бласт. Ну, пожалуйста, не надо. Так, мне надо. Да иди ты в жопу! Я. Нет! Я, ребят. О, ух, слава богу. Сейчас у него закончится БКБ. Как тебе такой урон, а? А как вам арморчика еще дать? Куда это ты собрался, сына? Ой, кто слышал? Профессионалы в деле. Разваливаем их.
Там еще виномансер. Даже утонул. Грейв, не забудь дать мипа, который коцанный. Грейв. Спасибо. А он не понадобится его. Спектал утонул, а моего нету, и все. Лол? Что? Зачем он утонул? Может на Акса типа забайтить, я сейчас пойду типа пуш. Придет, хоть захочет убить меня. Ну так-то он тебя может и разрубить. Ну да. Смотри. Раз, два, три. Изи. Happen. Нашли, однако оторваться, веник далеко. Блин, хочу это. А если хоть я 25 получил, хочу замедление сделать 90%. Давай, давай. О, у меня ульта кентавра. Пойдем? Да можно. Блин, там веник. Я веника. А, блин, у меня маны не хватает, капец. А мне капец. Ой-ой-ой, я умер, скорее всего. Да. А может Свена убьем? Ой-ой-ой. Нет, нет, только не сплэш, не подсплэш, не подсплэш. Мега килл. У меня маны просто тупо нет. Блин, страшно на него, конечно, лезть, но... Ах ты ж падла. Там один, курс, да? Я понимаю, да. Говорят же, один в поле не воин, а я воин. Можно будет убить, я бы покинул. Я подойду, у меня и пешил через 50 секунд. Блин, а мне нечего даже закупить. Подожди, а почему ко мне кура так и не долетела? Он тебя хвалит, Серега, в чате. Игра пишет, Рубик, хорош. Да. Хорош, Рубик. Я засейвил ее. Мерческая женщина. Ой, я бегу. А может на развороте? Да куда ж ты бежишь? Ой, акси, акси, акси. Давайте, ребят, увидимся. Я отдал армура. Хорошо. Не, но все равно капец. Это наша EMP. Живем. А вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Сагрел. В смысле? Хорошо. Я хочу дать 3 замедления, пусть еще из этого получится. Раз. Я пошел на базу, мне давайте, нужно 3 замедления. Давайте дадим ему воскреснуть. 3 замедления, в смысле 3 курсы от сагнимов, ну, тоже? Ну, да-да-да, и плюс еще талант, плюс 25% замедления от них, то есть каждый на 40% замедления. А, ну, они почти на месте будут стоять. Вообще жестко, это как подай с лолом инвокера. У меня санстрайк, кстати, есть. Блин, он за метло дал, капец. Опять все в таверне? А чё, ну я хотел не убивать, а хотел не убивать. Хотел не убивать. 62 интеллекта. Так чё, на фонтан пойдем драться? Я думаю, мимо питает, если что. 20 армора. Да, сейчас. Можно давайте подождать. Победим на самом деле. Сейчас Акс, сейчас воскреснет этот. Ну да, да, да. Три героя будет и пойдем на фонтан. Пусть убивает уже. И мы просто ему ничем не поможем. Так, где там он? С вами. Не, ну помочь-то в принципе. Понятия, вот тут где-то. Да, не видно. Мне помочь-то надо, конечно. О, найс урон от инвокера. Так он на фонтан, короче. Го? Вот. Я вижу, да, там Макс с вами. Бля. Вот. Теперь я не успею попробовать. Ой, хорошо. Через БКБшки. Блин, у меня вот так. Ай, ладно. Трон упал, чёрт. Спасибо. Интересно, как. Да.